Hey XM, what's up bro? XM saving your slot next game. Что, друзья, самое время сыграть помойную 83-ю карту, но вы давно просили сыграть с кем-нибудь. С Бальтазаром полегче сыграть, чем с другими игроками, потому что другие игроки, во-первых, они играют соло-игры там свои, ТБшки и тому подобное. Бальтазар же, он кайфует. Он делает, в принципе, то же самое, что и я. Вернее, наверное, делаю я то же самое, что и он. Ну, не знаю, смотрите сами. В общем, пойдем сейчас 83-ю. Посмотрим, что у нас тут будет. Ой, я забыл, что я не хост по привычке. L25, L35. Ждем кого-то, ласт-слоты. И посмотрим, что у нас будет. Посмотрим. Наверное, конец CM-ка будет. На чем плеить? Я хз, честно. Мету не хочется брать. Я бы, наверное, дефолтно на каком-нибудь керри сыграл бы. Потому что керри, как бы, на керри попроще есть шансы, что можно задушить соляного. По составам хз у нас вроде простенько. У него тоже. Так что ждем. Плейм. Вейтим. И душим. Сделаем по фану пару каток, наверное. Одна, две, сколько там? Бальтазар даст игр. Let's go. Пока чилим. Не знаю, сейчас посмотрим, на ком будем плеить. 83-я карта, я уже забыл, что на ней тут в мете, что не в мете. Мартретка в мете через Маднес, как обычно. Сефы армалетовые всякие, джиггернауты. Вот на джаге побегал бы. У меня как раз, не знаю, этот видос уже вышел или нет, потому что этот видос, если как бы запишется нормально все, этот видос выйдет примерно где-то в сентябре. И не знаю, был ли видос уже на Джаггера, там, через Лотар, там, через БФчик. По кайфу такое. Я бы сыграл тут, наверное, так. Посмотрим, что у нас будет тут. Так что ждем. Окей, банс, поехали. Посмотрим. Так, лины всякие, штормы там метовые. Год, шторма в бан нахрен. Шторма в бан. Хуск. Хуск там, штормы. Чё у нас еще там? Урса тут не такой, как... Пара какой-нибудь, я не знаю. Это го кунку забаним вообще, типа, ну, мусор. Ненавижу кунку. Плей Мирана. А его на плей Мирана парень пишет, окей. Окей, Мирана. Парнишки. Омни, пофиг на Омника. Разберемся. Диффуза. Можно, нужно будет что-нибудь с диффузами, Рикимару какой-нибудь. Гоу и... Диффуза. Так, хорошо, Потма. Далее, что там? Окей, комбинация какая-нибудь у них может быть. Что у нас еще может быть? Doom. I can choose if you want. No, no, окей. Так, хорошо, Омники. Омники. Что он под Омника может взять? Ну, какая-нибудь мартретка, я не знаю. Дефолтная. Что на мид поставить? Можно что-нибудь на мид сейчас поставить. Первыми пиками, в принципе.
Первыми пиками, господи. Рулай, let's go, рулай. Go. Что хотят берут, я им возьму, что хотят, там пусть играют, как хотят. Я, если честно, ценки вообще не люблю. Tineos, what else? Окей. Okay. I can play. Easy line. Рики. I go mid in Verona. Смотрите. Окей. Okay. По привычке лад. Yes, ага. Yes, понятно. Так, банят. Понят, стадия бана. Еско Магнуса забаним какого-нибудь. Next там. Он сам забанил. Сам забанил. Чё-то им в коре. Чё он не любит у нас? Инвока. I can give Воке, but we pick any of it. Right. Да, хорошо. Баним Сларка нафиг. Не хочу Сларка видеть в этой игре. Этот парень вообще типа в Айкапе никогда не играл, всегда плеял в РГЦ, типа. It's a GG. Клок. Give me stun. Огр. О, найс. Огр дадим. Хорошо. Так. Что там у них? Угу, вижу. Огра возьмем и потом керри на ласте. Кубару забаним. Кубару. Let's go. It's glory time. Сейчас так понапикаем. Потма на роуме. Так, надо Рики еще взять, чтобы не забанили, потому что по-другому никого брать у нас тут. У них там Омник, надо Рикимару по-любому. Некр, нормально Рики это контрит. Так, пик. Пик. Вока беру. Вока. Не помню, как с первого спалма. Скрим. Скрин. Скрим, не помню. Вини Сайленсер. Сайленсер, it's good to. Good to. Но забаним спеку. Да, керри, нет, сало. Сало не проблема, вообще пофиг. Бани банят, сейчас баним спеку какую-нибудь. Вообще там морд. Спеку.
спеку какую-нибудь забаним сейчас. Do it. Would mean top me. Так, ну, спеку. Джага. Баним. Спеку. Берем. Рики. И могут сейчас Слардара взять. Мне тут очень много нужно будет слотов. На Рики. Войд, нормально. Хорошо. Delicious. Так, инва. Топоридзе можно на боковом взять, но я не возьму, потому что очень слабый ласт-хит у Рики в ранней стадии. Берем терпильный затар, так что возможно... О, тут, кстати, вспомнил, у нас тут некоторые артефакты собираются по-другому. Так, пройдемся по карте, я уже забыл, как тут, что у нас. Лес тот же, в принципе, широко. Хорошо, тут узенько, Гувруну. Current plan. Два варда взяли, кура не апнута. Задержка хорошая. Бинды работают, все, погнали. Что у нас тут есть? Тут есть, тут так, по лесам у нас. Леса у нас тут поменялись. Я так просто давно 83-ю не играл, но для контента можно. Курьер, так, магазины, магазины. Мангусов нету. Это, муншардов нету. Разберемся. Так, по контрпикам. Жесткие контрпики, сайленсер. Омника будем контрить. Значит, диффуз, Яша, ПТшка. Попробуем как-то это все дело перекрывать. Гоу на чек. ЕС варды просто. Просто какой-то ресипи. Сало тоже с вардом. Не помню, где руна даже рисается. На самом-то деле. Хорошо, завтыкали пацаны. Пацаны завтыкали, руну забрал. Отлично. Кто там у них будет? Крипа надо встретить. А, я крипа не встречу, хотя нет, у меня 8 секунд файттайма. Его встретим. Если там дед будет, просто подтанчим немножко. Крипа, ага, не блочат. Нормалин. Нормалин, нормалин. Некр и ЕС. Это нормалин. Это нормален. Все, погнали. Чуть прогоним сразу. У Рики отвратительный ласт хит в начальной стадии. Это просто жесть. Так, хиляться будешь? Идет хиляться, да, хильнулся. Нет, 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 дай добить. Ужасно. Это ужасно. Первый крип открываем сегодняшнюю эстафету. Хорошо, добили. Я не знаю, как тут третий работает, то есть на 85-й можно было обузить. Да, тут тоже можно обузить. Хорошо. Сейчас немного приловчимся к ласт-хиту. Будет все, нагонек. Потому что непривычно 83-я плюс Рикимару. Слабейший ласт-хит. Хорошо. Хиляем лицо. Хорошо. Отлично. По левелу. Печалька вообще. Выфармим. Хиляться будет. Принимаем сразу. Найс, терпильный затар, но всегда работало. Отлично. Кристалка спамит. Тангуса, честно, не очень хочется ему отдавать. Скрим давайте возьмем. Хорошо. Yeah.
отвратительнейший last hit просто. Ненавижу. Самый плохой last hit в мире — это Рикимару. Если хотите выиграть катку, не берите Рики. Ужас с топором просто даже. Надо в магаз пройти. Взять сапог и орбу. Опа. Абсол уже. Хорошо. Подразменяли HP. Ну не должен я умирать тут. 6 хп. Жесть. Хорошо, я был бы. Тяжко стоять тут. Сейчас возьмем стик. С ресипи он берется. ТПшка, хилка и орбу. А, орба в магазине в боковом. Точняк. Ну, некор играет, да, через садист. Нормально, мы задушим их. Дело времени. Внизу тоже все, в принципе, нормально. У мид немного хапает. Тяжелая линия, ластхитить отвратительно. Ненавижу на Рикимару ластхитить, ну да ладно. Собрались. Все нормально будет. Нефиг тут ссать. Тяжелый старт, легкий конец. Help me, да, на миду. Кристалка. Помогла бы ему, было бы хорошо. Ну как-то все как будто медленнее на этой карте. Я так давно не играл 83, что как будто она реально она медленнее. Прям как все медленно так. Может закрыть тут же узкие проходы. Че у него там фейзы? Не пойду, сапога нет. Была бы орба, которая боковом. Сейчас надо не бить крипов, надо пойти. Сейчас захилимся, пойдем боковой магаз. Сапог возьмем. Не все, она не могу пойти. Хорошо. Вообще можно было качать тупо второй. Терпило. Я пропучу, бро. Специально, чтобы магаз боковой выйти. 14 крипов на 5-й минуте, отвратительно. Просто овер отвратительно. 4-й левел, ерс. Бро, что можем делаем? У меня сапог имеется. Ой, как хорошо, что он магаз идет. Зачем застилил? Зря он застилил. Некор. 4-й левел, некор, баклер. Странно, некролайт без пассивки на самом деле. Так, ну регенимся, что делать. Хотя, если сейчас придет, я могу отлететь даже. Аккуратно надо подласхичивать. Даже на экспе стоим. Ну зря ЦМ-ка забрала на самом деле, ребят. Просто зря, мне кажется. На 6-м левеле пойдем в ганги. Раскачаем 3-й. Просто парень газанул. Куда ты идешь? Ты умрешь сейчас. Стики есть, главное. Все хорошо. Хорошо пойдет. Ушел, да? Бальтозавр. Бальтозавр ушел с мида. Не добью. Кура нужна. О, GG. Сало я не успел закинуть. Сало не успел закинуть. Нормально ганганули, изичный ганг вообще.
ЕС обходит, все делает, лайнинги отличные у них. Инвиз там был, пацанов. Я не успел сало откинуть, стики. Стики не помогли бы мне там в любом случае. Терпим. Терпим. Крипов нет, ничего нет, но терпим. Что мы еще можем сделать в данной ситуации? Просто терпеть. С ЦМК у нас тут проигранный лайн, хотя должны были выиграть. Так, хотя бы ультимейт есть. Некро можно убить. Подойти с орбы. Единственное, ЕС будет напрягать. Цемка тоже непонятно, или саппортит, или нет. Гоу, он фри. Гоу, ты че убежал так далеко? И потянем уже, видно. О, еще и омник пришел, понимаю. GG. Опник пришел. 30 маны. Пацана Омника 200. Это GG. Омник неприятно. Сейчас бы Агура сюда. Ну топ уже сколько раз ганганули нас. Как бы при меня прессингуют прям жестко. 20 крипов, 10 минута. Это типа прессинговка жесткая. Я тут не смогу ничего сделать пока что. Цемка фражочек забрала, я мог себе попробовать ПТ-шку купить. А тебя тут же фармить тупо. Это ж фарм-карта. Оп. Блин, омник, но есть сало. Жаль, что не застилил я. Оп, два блинка есть. Окей. Глобалка, но не страшно. Агура, будет что-нибудь? Ладно. Ладно. Хорошо. Хорошо. Сайленсер. Лотар у сала там. Надо уходить. 70 маны. Я уйду в любом случае. Блинков нет. Гоу. Оу, ес. Джи-джи. Жаль, блинков нет. Интересно, когда откатится. Давай, давай. Дорогой. Хорошо. Хорошо, господи. 1,5к имеем. И ОПТ-шку. Вот они, камбуцки и тепу. Пресбент, аквилка. Пока все в КД, аккуратненько подфармливаем. Уходим на базу. Кто пришел? Все, найс. Go пресбент. Дефолтный билд берем. И го на базу прогуляемся. ВББ. Сэма. Умер. Да, умер. Под салом там. Жестко. Войт на низу еще фрифармит, кстати. Ладно, не суть. Терпим. Называется терпить. Терпить. Так сказать, я фулл саппорт в этой карте. 6 ассистов. Ну, прессингует топ, прессингует. Жестко. Пока что. Все на топ стараются идти, понимают, что... навести суету. Огру уходит. Странно очень. Очень странно. Го на низ. Давай сделаем. Войда поискать. Ой, там на риперы на все понасадили. Хорошо. Я даже не буду объяснять.
Он мог сказать это. В чем проблема? Это снайпер ТВ, он такой какой-то школьник на самом деле. Он постоянно на негативе сидит. И не понимаю его иногда. Иногда я его не понимаю. Он на негативе постоянно сидит. Всегда вот что-то сделаешь там. Ну делай, делай что-нибудь, а потом, а что ты это не сделал? Типа вот это иногда не понимаю, почему так он. Жалко крипа. Не добиваю. Тут 4 топ, глифа нету. Тушим. А я тут не выйду уже, да? Не успел. Не успел. Нормально. Душат. Блин, мне надо ходить на мид в таких играх. Тупо ходить на мид в таких играх. Он насосал инвокер мид. I say sight. You can write. One. О боже, такое это. Как он меня бесит, этот, если честно, чел на. Он сосет постоянно и плачется, чисто. Тупо такой человек сам по себе. О, что у нас там имеется? 2 секунды, да? Пятеро. 4 гол. Ой, да я принизил немного. Вообще, можно подфармливать, там поддушивать будем. Омника, дастов нету. Найс. Есть тут. Атма в керри выходить собралась. Печально, что я настолько обоссан. Ну, инвокер обоссан больше, на самом деле. В миду постоял, поплакался. Все так плохо у него вечно. Просто играть надо уметь, в чем проблема. Че плакаться? Со страйки в крипов там. Хорошо. Есть. Такое дело. Гнали на низ фармить. Так, первая лакрити. Тут надо фармить, меньше драться. Гоу. И дасты бы надо, кстати. Дасты есть. Дастов нет, ничего нет. Вот тут центри, по центре, по центре. Гоу, 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 гоу. Он сейчас тут будет проходить. Морось его. ЦМ-ка. Ой, ЦМ-ка. Ох, что это ЦМ-ка. Не морозит, просто поставила его. Умит. Ох, что ЦМ-ка. Блин, я рили тут саппорта, походу. Очень мало фарма. Что там за суета? Омник бегает. Жаль, блинков нету. Да иди в жопу. О, хорош. Сколько маны нету, да? Стики есть. Стики есть. Ой, печалька. Ну, блинков тупо нету. Тупо нету блинков. Стараюсь забрать. Хорошо. Ай-яй-яй, дай жить, дай жить, дай жить. Хорошо. Хорошо. Почти диффузил. Пойду на топ. Опа, бальтазавр. Твои заберет.
Меня спрашивают часто, почему ты артефакты на базе оставляешь и типа бегаешь, тупо собираешь. Потому что диффузия вот на базе собирается, потому что типа, ну а чё, как я сейчас его вам по одному, по лакрите буду приносить? Ну можно так, но все равно типа сейчас диффуз, манта нужна, БКБ. Кто-то идет, да? Ага, Войд идет с Маднесом. Вижу. Ну, а Войда интересно, я убью под это? Нет. Опа, надо отойти, потому что... Эзэ. Просто тайгер. Войд ушел, да? Сколько тут, интересно, диффузил стоит? Я не помню. Сколько диффузил? 700, найс. Все есть, let's go на базу. Куру до сих пор не отмота. Хорошо. Топорик можно продать. Сала нет ульта. Что там, мидер 12-1-4. Подсейвят там в любом случае пацана на омнике. Это печалька будет. О, найс. Боже, ну вот просто тупо где. Окей. Окей. Ну, у тебя же есть кнопки все. Ой, я не знаю, это вообще изи. Инвокер 1-5. Тупо 1-5 инвокер бегает. Я тут, по сути, один играю. ЦД, что ты там, алакритик оставал свои? Так, что у нас? Войда соло. Давайте соло что-то делать. Пятером нету смысла, потому что команды тупо нету. Попробовать Войда соло как-то убивать. Войда. Других героев. Войда убивать. Он забрал Бару. Это Рошан, походу, будет. Что, у меня третий, да, я пойду прочекаю. Огур, брат, давай в темпе. Оу, щит. Это иллюзион. Да, это Рошан будет. А, не знаю, что я тут. Нет смысла. О, омник. Ля, ты че такой наглый? Хорошо, иди сюда, дорогой. GG. Че, не снимается этот спел тут? Я ушел. Диффуз на себя пришлось закинуть. Go БКБ, ребят, тут в этой катке. Попробуем через БКБ. С понятницем с такими хп, Б. Да бы. Сейчас бы саппорта ульты ставить. Но у них жесткий перевес по рукам. Жесткий. Сала сейчас хекс уже сделает. У нас, у меня даже БКБшки нет. А у нас инвокер вообще опущенец. Что он тут на карте делает? Ничего, не прокасты. Ничего, санстрайком что-то подстилить. Сентри есть там. ПТ в силу надо. Yes. Я прыгну, умру. Хорошо. Ключ.
точно. От КД. Я ушел. Я ушел. Делаю, что могу. Один, блин, всего. Всего Войда хотя бы убьем. Но... Блинков нету. Лол. Блинки кончились. Лотар есть. У меня два диффуза осталось. Жесть, как золото медленно капает в этой карте. Почти есть БКБ. Че там на миду они? Альтазара нет. Плохо. Блинки надо. Сейчас там хекс будет уже, скорее всего. Где надо уходить. GG. Упал минус, отлично. ТПшка 16. О, Бальтазар гем. Собрал. Все есть, 16. Не отдай до БКБ. GG. Золото много еще. Балочка. Что, бегаем как дурачки, что делать? Бай копейки. Бальтазар побежал. Ой, GG. GG. Блин, ну надо было продавать, попробовать там всю хрень и задушить. А у нас вообще люто, типа, жесткий фит. Бласт дал такой. Лол. GG. GG. Ого, Войкер стоит просто. Бичок. Топа бич.
Бобячок стоит. Я уже не могу с него, горит. О, БКБшка есть. Пойдет. Гоу, искать кого-нибудь и надо. Диффузил. Левел есть. Что там, 15 левел инвокер. Стилится с страйками. Гоу, искать кого-нибудь, найдем Войда, обоссать Войда. Потма, все голые, часто тука-тука я тут одеваюсь, в принципе. Не нужно было брать потму, это GG просто. Хорошо. Варгуард. КБ есть, можно поесть. Беготня, суета. Ну, минус мид, хорошо. Минус мид. На топ, наверное, сейчас пойдут они. Но диффузил есть. Сейчас манту, блин, манта жесть как тут нужна. Ну и башер нужен, чтобы таргет зацепить, и все. Тупо. Иду они. Изи тим. Опа. Гоу по душам. Окей. Там кнопку сейчас. А жесть. Джи-джи. Чисто дефолт. Чисто дефолт. БКБ уже тупо. Ну, понимаю. GG. GG. Я снипер. Так, ну что, гоу, диффузи лапы. Кодев. Ну жесть, я просто без комментариев на самом деле в этом моменте. Тупо стоят все, я не знаю. Это просто GG. Бестолочи. ЦМ-ка, где ультимейт твой? Где станы? Где игровой процесс? Как выигрывать? GG.
Где ЦМ-очка, братец? Вот понятно, почему он застилил у меня фраг в начале, потому что он глупый. Не знает, как играть эту доту, к сожалению. Там рапира. Го, снайпер ТВ, давай. 3-10. Good game will play, это называется. Не знаю, прыгать в него, типа, это суицид. Пару тычек, до свидания. Смысл. Войд пришел, купол поставит. А КД даю. Ну я в плюсовом КД закончу эту игру. GG. Не удивлен просто. Как обычно.